Всем привет! Сегодня напишем этюд такого интересного яркого натюрморта. И начнем с того, что просто затонируем наш лист умбреженный. И целиком пройдем весь лист. Итак, мы быстро раскрыли всю плоскость картона, и тут очень важно, чтобы слой был тонкий. То есть нам не нужно, чтобы здесь оставались какие-то свои краски, потому что потом мы будем наслаивать, и нам будет не очень комфортно. Поэтому, если что-то здесь лежит густым слоем, все это мы просто берем и растаскиваем кистью. Перейдем к рисунку и обозначим какие-то крайние точки. Но у нас, опять же, мы упираемся здесь в некую ширину. То есть по ширине мы ограничены, а в высоту у нас есть пространство, поэтому именно от этого мы будем отталкиваться. То есть кувшин мы можем поставить практически сюда, в самый верх. И какая-то такая треугольная у нас будет композиция. Кувшин у нас чуть больше центр съедает пространство, то есть где-то вот он как-то так пойдет. Вот красная какая-то штуковина, она чуть выше, и фрукты чуть ниже у нас получаются. Здесь будет драпировка, и где-то пойдет у нас линия стола под наклоном. У кувшина, значит, вот эта вот ручка будет здесь как-то упираться практически в край. И вот это вот расширение центральной части. Рубленая такая форма интересная. Посмотрим, как ее получится решить. Также здесь какой-то кантик. И раскрывающееся горлышко. Также здесь обращаем внимание то, что у нас есть пространство между вот этим красным эмалированным каким-то предметом с горлышком. И здесь какие-то небольшие то ли сливы, то ли груши у нас фактически почти в упор лежат к кувшину. Здесь будет выходить складка. Ну, со складками мы подумаем, что сделать. Надо ее как-то будет упростить, стилизовать. Также тут интересный такой орнамент. Довольно сложное здесь горлышко у этого кувшина. Его тоже нужно прочувствовать, понять, как строится. Как у нас раскрывается здесь вот эта вот ручка. И также здесь есть некое утолщение у него. Ну и достаточно такого рисунка, можем смело переходить уже к цветовому решению. Давайте я вам расскажу, какие я краски буду использовать. Итак, белило титановое, охра светлая, сиена натуральная, кадмий красный светлый, кадмий красный темный, ультрамарин, кобальт фиолетовый, сиена жженая, умбра жженая, зеленая веридоновая и саж газовая черная. А может быть еще добавлю кадмий желтый, наверное, надо добавить, потому что нам нужно будет мешать вот этот яркий цвет, и, наверное, он понадобится. Ну и начнем мы с темного фона, то есть у нас практически на референсе он черный, но мы его делаем все равно как бы через коричневый. Нет смысла его делать таким темным. Ну и сверху начнем с широкими мазками. Мы можем обступить нашу форму. Здесь мы раскрываем его практически локально. Смотрим за формой кувшина. Немножко срезали, но ничего страшного. Ну и далее мы можем раскидать сразу по цветам. То есть у нас самый светлый вот этот кувшин идет. Потом драпировка. Очень рядом у нас вот этот цвет морской волны стол. И дальше идут груши и вот эта вот красная штуковина. Вот. И логичнее начать со светлого самого. Но так как он у нас на дальнем плане, мы его должны сделать чуть помягче, чтобы потом в конечном варианте высветлить. Потому что всегда есть вариант ошибиться. Берем
широкую плоскую кисть и начнем со цветов. Цвета должны у нас холодные быть, поэтому что-то такое сероватое, но все равно для того, чтобы наш предмет сидел в нашей гамме, мы можем чуть потемнее его сделать и добавить немного теплого. Я бы начал со света, то есть куда-то вот сюда мы можем положить и смело раскрыть вот эту вот световую часть и даже коснуться края немножко. И вот туда на дальний план, может быть, даже еще чуть помягче намешать, но нам нужно вот это место засветить и показать, что оно у нас там тоже есть. Ну и также какую-то там грань можно добавить. Может быть, немножко я прошелся бы и по ручке, и поставил бы ее, ну, вот сюда, в самое светлое место. Пока достаточно. Можно перейти вот сюда, к этой драпировке. Она уже у нас будет теплее и будет раскрываться через какой-то охристый. То есть, относительно друг друга вы цвета тоже должны как бы регулировать. Смотреть, что теплее, что холоднее, насколько. Бывают какие-то близкие вещи. И разница между ними будет совсем небольшая. Итак, в этот же замес мы просто добавляем охры, и он у нас автоматически получается теплее. Итак, я бы свет сразу поставил вот куда-то сюда. Здесь такой, как торец у этой драпировки. Вот так вот. То есть мы сразу идем от объема. И куда-то вот сюда уже мазок в разы шире. И, может быть, вообще здесь стоит объединить пока на данном этапе. Ну и дальше я бы ввел вот этот активный синий цвет. Его еще нужно намешать. Поэтому опять на этом же замесе берем ультрамарин. Берем виридоновую. И, соответственно, куда-то вот сюда, на передний план, мы можем его и положить. Там на дальнем плане мы можем сразу смягчить эту границу. Она не нужна нам там, такая яркая. И вот сюда мазок. И может быть сразу вот туда тоже. Ну и сразу этот цвет нам надо куда-то добавить в эти предметы. То есть он все равно будет находить какой-то отклик. Но и самый такой простой вариант будет, конечно же, его добавить куда-то в кувшин. То есть где-то вот здесь он промелькнет. И здесь меньше всего как бы цвет будет меняться. И также вот здесь он пройдет. И может быть даже где-то там в ручке. То есть все мы между собой должны как бы завязывать. Здесь такой яркий, но его опять же нужно чуть погасить. Я, наверное, прям вот потемнее сделаю его, потому что там появится красный. И уже существенно изменится вся эта ситуация, может быть, да, куда-то и сюда сразу же. Далее я бы занялся вот этим красным эмалированным предметом, он довольно темный, и мы берем кисточку, которой делали вот этот темный фон, и, соответственно, туда подмешиваем чего-то красноватого. У него довольно такая темная, плотная тень, опять же, идем через теплый красный, соответственно, через кадмий красный, и сделаем сейчас, положим мазок сюда, куда-то сюда. А свет мы пойдем уже на высветление. И туда будем добавлять уже холодный красный. Соответственно, кадмий красный темный. И опять же, большими мазками нам сейчас важно очень быстро все это раскрыть. Вот так вот. Пусть он будет пока потемнее. А потом мы его найдем. Ну и две вот этих груши, их тоже нужно обозначить. И я думаю, что как раз вот этот колер, который пошел у нас на свет красного эмалированного предмета, он попадает у нас на тень этой груши. Мне кажется, как раз очень похоже получается и по тону,
в принципе, как бы мы завязываем все это между собой. И вот сюда вот. Ну и теперь я положил бы свет, даже не свет, а полутон на вот этих грушах, потому что мы обязаны, ну, как бы тоже заниматься ими, чтобы они у нас не вылетали из нашей цветовой гаммы. Поэтому берем что-то красноватого, так как этот полутон будет еще довольно теплый. И опять же, такими довольно широкими мазками мы можем это все так смело обозначить. Где-то, может быть, даже взять и вот так вот прям поярче сделать. Так, ну и передний план нам нужно вытянуть. Вот этот фон цвет морской волны. Поэтому мы мешаем прям такой свет. И вот куда-то сюда на перелом мы можем прям вот так вот добавить. Ну, все-таки, наверное, широкой кистью. Да. Вот так. Так, дальний план нам надо как-то успокоить, чтобы туда все как бы уходило. Не надо там больших контрастов. Драпировка, на ней есть какие-то орнаментальные решения. Я думаю, можно прям добавить несколько мазков, чтобы это как-то интересно смотрелось. Смотрим по форме и пытаемся найти какой-то интересный рисунок. Так. Также чего-то зеленоватое можем добавить туда. Там какой-то цветочный орнамент, насколько я понимаю. Ну и, соответственно, орнамент, который ложится на форму, он тоже должен подчиняться. И та часть, которая попадает на свет, должна как бы высветляться. То, что в тени, быть темнее. В общем, все те же приемы. Вот это место мы можем еще чуть подчеркнуть. Ну и, собственно, на этом все. Такая получилась работа. Ссылку на референс я прикреплю. Всем большое спасибо за внимание. Творческих успехов. Пока.